50 стран мира, более 500 студенческих команд, более 10 команд из России. Все это «Формула Student». «Формула Student» — это международные студенческие инженерные соревнования, изначально организованные сообществом автомобильных инженеров. Соревнования входят в серию студенческих инженерных соревнований SAE. Основные задачи каждой команды — проектирование, постройка и испытание прототипа гоночного болида класса «Формула». Идея соревнований возникла в США в 1978 году в университете Хьюстона. Через три года, в 1981 году, прошли первые межуниверситетские соревнования под эгидой Международного сообщества автомобильных инженеров SAE. Именно поэтому иногда этот класс гоночных автомобилей называют «Формула SAE». С каждым годом растет популярность и престиж этих соревнований. «Формула Student» является кузницей кадров для самых популярных в мире автогонок «Формула-1». «Формула Student» не уступает соревнованиям «Формула-1» ни в масштабе мероприятия, ни в инженерных решениях. На сегодняшний день на международных соревнованиях «Формула Student» представлены и команды Тольяттинского государственного университета. Тольяттинский госуниверситет является постоянным участником международных соревнований «Формула Student» с 2008 года. Наряду с Московским государственным машиностроительным университетом и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом ТГУ стоял у истоков студенческого формульного движения в России. ТГУ является единственным представителем движения от Самарской области. В 2014 году команда ТГУ построила третий гоночный болид. Он имеет мощность мотора 85 лошадиных сил, развивает максимальную скорость до 200 км в час. Именно этот болид был представлен на международном этапе «Формулы SAE» в сентябре 2014 года в Москве. В итоговой гонке команда ТГУ заняла 5-е место из 11 команд, допущенных к старту. Немного о правилах. Для участия в международных соревнованиях команда должна всего лишь за один год разработать и изготовить болид, провести ряд тестов и испытаний, подготовить несколько презентаций и найти спонсоров. За время работы над проектом ребята, участники команды, приобретают навыки и компетенции, которые помогают им в дальнейшей профессиональной деятельности. Сегодня команда «Формула Student» ТГУ продолжает активно работать. И совсем скоро новый болид выйдет на старт.